понедельник сохранится сухая и прохладная погода. 30 июля в Сарове облачно с прояснениями. Утром плюс 17, днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ночью плюс 16. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде мало облачно. Утром плюс 20, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24. Ночью плюс 16. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В столице облачно с прояснениями. Утром плюс 15, днем до 24 градусов тепла. Ночью плюс 17. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.